Эй, сестренка, что решила насчет ужина в воскресенье? Надо подумать. Ну, пожалуйста, просто ужин. Ладно, уговорила. Я приду к вам на ужин. Ура! Разбуди меня, когда мы приедешь, хорошо? Ладно, сладких снов. Молли! Пора вставать! О, Господи! Молли! Мисс Конвей, с чего вы взяли, что вашу сестру похитили? Этот человек вернулся за мной. Проник в дом, похитил мою сестру, потому что меня не было дома. Зачем ему возвращаться за тобой? Я единственная, кому удалось спастись, ведь я знаю его тайну! В прошлом году прохожий увидел Джилл все в грязи. Она кричала о том, что какой-то парень уволок ее прямо из кровати и бросил в яму где-то в лесу. Помогите! Пожалуйста! Она сказала, что была не первой жертвой. В яме были человеческие останки. Конечно, мы бросили все силы на поиски, но угадай что. Пусто. Она все придумала. Он убьет Молли сегодня вечером! Джилл, у тебя разыгралось воображение. Иди домой и выспись как следует. Высплюсь, когда он умрет. Мне нужно больше информации. Совершено преступление. Какое преступление? У нее есть 12 часов. Я хотела спросить, ничего подозрительного вы не заметили? Чтобы найти убийцу. Эй, ты какого черта делаешь? Не подходи! По городу разгуливает сумасшедшая, вооруженная пистолетом. Если она убьет кого-нибудь, отвечать нам. Скоро стемнеет, он убьет Молли и оставит гнить на дне ямы вместе с остальными девушками, которых никто даже не ищет. А что, если Джилл не сошла с ума? Что, если Молли и правда у маньяка? Руки вверх! Аманда Сайфорд. Яма! Игра на выживание. Кто это? Ты знаешь, кто я. А я знаю, кто ты. Смотрите в кинотеатрах.